Год назад в Нижегородской области начал работу французский завод «Сен-Габен». Сегодня предприятие работает уже на 60% от своей производительной мощности. Масштабная добыча гипса, собственно, как и производство гипсокартона в регионе, прежде всего связана с Сен-Габеном. Завод, который получил, что называется, зеленый свет на свою деятельность в 2008 году, сейчас реализует продукцию как в Нижегородской области, так и за ее пределами. Предприятие способно выпускать до 30 миллионов квадратных метров гипсокартонного листа ежегодно. Это наш самый крупнейший инвестиционный проект в России за последние 10 лет. Здесь на сегодня самые современные производства. У нас есть план, по которому мы выходим на проектную мощность. Сейчас мы очень довольны тем, как развивается наше производство. Сейчас на заводе крупнейшей индустриальной корпорации мира в Павловском районе практически нет свободных рабочих мест. Основной штат – местные жители, которым производство дает не только приличную зарплату, но и уверенность в завтрашнем дне. Здесь гораздо лучше, чем в других заводах. Например, последнее вот усовершенствование для работников – будки кондиционированные. Там, ну, летом, когда жарко, человек может зайти и отдохнуть. Например, так. Не на всех заводах это есть. Ну и материальная составляющая здесь гораздо лучше. Повышать квалификацию в Павловский район едут и иностранцы. Сотрудники компании из Египта, Турции, Испании, Швеции, Финляндии и Великобритании. Тут самые передовые технологии производства из всех заводов Сен-Габен. Поэтому где как не здесь проходить обучение, чтобы повысить свой уровень. В Нижегородской области создаются более выгодные и благоприятные условия для ведения бизнеса. Сроки получения всей необходимой документации за последнее время сократились 12 раз. Глава региона ставит задачу создать не менее 10 тысяч высокопроизводительных рабочих мест каждый год. Объем инвестиций по последним годам вырос в среднем на 4,4 раза, а иностранные инвестиции увеличились по сравнению с 2005 годом в 10 раз. Поэтому цель одна, инвестиций много не бывает, их всегда бывает только мало. Работать, встречаться. И я рад, что наши французские коллеги выбрали именно нашу площадку. К слову, производство Сен-Габен для региона приоритетный инвестпроект. Завод французской компании пока единственный в России.